Hi people! С вами Илья, и вы на канале Malloy Game. Сегодня у нас мобильная игрушка под названием Z Level Again 3. Сегодня мы ее пройдем целиком и полностью, то есть дойдем до хэппи-энда и, соответственно, пройдем 8 уровней. Первый раз я ее выкладывал, там, оказывается, немножко не до конца было. Ну, соответственно, сегодня выложим полное прохождение. Так, давай начнем. Так, хорошо, но нам надо поменять фон. Так, не этот, вот этот тебе подойдет. Наверное, хочешь управлять персонажем, само собой. Вот тебе кнопка. Спасибо, бро. Так, ага, как обезьянка. Ну, блин, какая игра. Такая обезьянка. Давай еще. Так, ой, я забыл про это. Бери, давай, ее мы переносим. Так, еще одна на менюшке. Опачки, вот она у нас. Так, а вот и ключ. Так, вот один ключ. Так, чтобы взять второй ключ, нам надо выйти сюда, сдвинуть всю эту фигню, вернуться обратно. Вот он и ключик. Пальцем опускаем ее. Так, поднимаем. Давай, поднимайся. Опачки, это тоже двигается. Так, сразу задвинем. Опачки, и обратно. Так, теперь нам надо бросить ключик так, чтобы он упал на кнопку, но мы могли, получается, попасть сюда вот обратно. Вот, подожди. Да что ж ты, блядь. Ага. Вот так вот. Все отличненько. Так, слишком светло. Заходим в настройки яркости и делаем темнее. Так, не так. Ох, даже вот так вот. Все. Сделали. Так, держи супер ключ. Давай. Так. Включим все двери, нахер откроем. Справишься? Конечно, справлюсь. Да, сука, сдох. Ну ладно. Так, давай, раз. Да что ж ты, косой ты такой. Почки, давай. Так, не понял. Так, выкинь лишнее. Так, все нормально, открыли. Дверь не откроется. Все откроется. Нажимаем на не, и все у нас откроется. Так, дальше тебе не пройти. Здесь нам нужно залезть на ключ. И вот таким вот макаром пройти. Тебе не пробить, все мы можем пробить. Все, что для этого нужно, просто наклонить телефон. И все. Давай, пока телефон наклонен, так и пройдем. Все нормально. Текс. Это нам сюда. Разобьем стеночку. Давай. Все, двойной прыжок, да, у нас тут написано. Чтобы сделать двойной прыжок, двумя пальцами нажимаем на кнопку прыжка. Так, учимся выживанию. Нам надо, получается, ее ровненько в центр выставить.
опять переборщил. Так, давай-ка. Спрятать игру, открыть, вот, да, все, видите, домик появился. Теперь берем отсюда огонечек и подносим сигнализацию. Залазим, так, это мы вот сюда поставим, пойдет. Так, и теперь крутим солнышко, чтобы у нас проходили дни. В принципе, хватит. Самое вот главное, да, нам, видите, до конца туда не заходить, пройти всего немножко надо. Так, точно, приходи ночью, то есть мотаем, заходим. Вот, то есть девчонка умерла, фотографию девчонка умерла у нас в 2016 году. Соответственно, что нам? Дата, время и дату на год назад сделать. Все, пилочка появилась. Все окей. Чуть-чуть туда. Ну, вот так, и все, мы здесь даем.
записи поставить. Опа. Все, я вообще не парюсь идти дальше к телочке. Все. Мимо нее, она за нами. Наклоняем телефончик просто. Он у нас летает куда надо. Здесь нам нужно две кнопки вместе зажать. Просто, опять же, наклоняя телефончик. Влетаем. Вот. Опять в эту комнату. Начнем, конечно, начнем. Так, нам надо поменять тебе опять. Давай, давай. А что ж ты? Меняем. Опять же, хотим, конечно. Ага, опять мы как обезьяна. Все нормально. Слушай, прыгает он прям громко так. Достаем еще одну кнопочку, берем ключик и зажимаем две. Мы выходим сюда и идем в обратную сторону. Так, здесь уже, в принципе, ничего нет. Так. А так, сейчас шипы уйдут. А, не-не-не, подожди, здесь нам надо прокладывать путь. Пошли. Такс. Открываем дверку и все, смело к ней. Вот и она. Так, что нам надо? Так, все правильно. Два раза влево, два раза вправо и два раза вверх. Нам нужно нажать, и дверца открывается. Подвинуть, чтобы они пошли. Подвигаем, подвигаем. То есть вот у нас это хэппи-энд. Все, ушли. То есть так, это хэппи-энд. Теперь мы. И у нас теперь есть уровень.
вот эти 8 уровней. То есть, Привет. Побежала тёлочка от нас. Прекрасно. Да это ладно, это ничего страшного. Это очень слабо. Опять она где-то исчезает, я жду вас. Найди цветы, да? Все, цветы мы нашли, появилась тёлочка. Опять исчезла. Кто такой? Чик. Давай. Тёлочка. Куда ты? Она от меня сбежала. Так, давай. Ну, опа, все. Один хер. Она исчезает. Так, какие тест? Опять все простецко просто. Фигурки ставим сюда. Ничего сложного. Вот так вот пойдем. И идем. Опа. Ой. Опа. И опять она исчезла. Хрен с ним. Другой путь. Это вообще все просто. Так, не дай ей исчезнуть. У нас, ребята, начинаются мимики. То есть это вот у нас практически. Спасибо, что помог нам. Пока. Вот и все, ребят. То есть на этом прохождение игры The Level Again в принципе заканчивается. Здесь как раз мы видели хэппи-энд и видели 8 уровней. Есть, говорят, еще плохая концовка, но пока я ее не нашел. То есть, когда разберусь с ней, то, соответственно, выложим и плохую концовку. Подписываться на канал, ставить лайки, делиться видео с друзьями, писать комментарии. Пока-пока!